folke i ryggen ska vikinger ut och slåss. Do you think this tournament was for Russian sledge hockey? Я считаю, что это очень полезный турнир для развития вообще европейского следж-хоккея, и в частности следж-хоккея в каждой из тех стран, которые участвовали в этом турнире. Конечно, неоценимая польза этого турнира для развития российского следж-хоккея. Почему? Потому что к нам приехали лучшие команды Европы, Норвегия, Чехия и, конечно, представители азиатской школы следж-хоккея – это команда Кореи. Для нас это хорошая учеба, но в то же время мы постарались показать все, на что мы способны. Can you say some words about some of the Norwegian players? Ну, конечно же, я давно слежу за всеми командами, которые лидируют в мире в хоккее, и, конечно, за норвежской командой. Великолепная команда, прекрасно тактически образованная, технически подготовленная, физически подготовленная. И, конечно же, это мой любимый игрок Рольф Петерсон, который, конечно же, я считаю, что это то же самое, что Уэйн Грецки в хоккее. You want Rolf to change passport to be Russian? Это хорошая good idea, but я не знаю, как ее осуществить. Мы постараемся использовать инновационные технологии, чтобы у нас в России появился такой же мастеровитый, такой же спортивный следж-хоккеист. I wish you luck, and I know you will be a good team after a couple of months or year. Я разговаривал с генеральным менеджером, разговаривал с Рольфом Петерсоном о системе подготовки игроков в отдельности и команды в целом. И, конечно, для нас эта система очень подходит. И я бы хотел обратиться и к Кену, генеральному менеджеру сборной команды Норвегии, и ведущему игроку Рольфу Петерсону с просьбой оказать нам методическую, организационную и тренерскую помощь для того, чтобы нам как можно быстрее приблизиться к ведущим командам мира в следж-хоккее. Good luck. Thank you.